Всем привет! Вы на канале Game Julia. Сегодня у меня для вас сюрприз. Я покажу, как сделать новую волшебную 3D-открытку с цветами. Такую открытку можно подарить маме, бабушке или на день рождения подруге. Чтобы сделать такую объемную открытку, нужен один лист картона и 9 листов цветной двухсторонней бумаги, но вы можете взять и белую. Начнем делать открытку с цветочка. У меня он будет из розовой бумаги. Сначала сделаем шаблон. Складываем бумажный листок пополам. Еще раз перегибаем пополам. И отгибаем вот так. Теперь я беру из этих двух листиков всего один, вот он, и подгибаю. Вот на этой части я нарисую фигурную линию и по ней буду вырезать. А теперь, чтобы цветок был симметричным, я просто раскрываю, видите, отогнула сюда, и сделаю разрез. У меня получается вот такой красивый цветок. Вы можете вырезать все цветки, как я показала в начале, или использовать эту заготовку как шаблон. Для этого раскройте половинку цветочка, возьмите следующий лист, сложите его пополам, приложите к нему этот цветок и просто обведите карандашом. Получится контур, по которому нужно вырезать. Я вырезала все 9 цветочков для открытки, и один из них нужно разрезать пополам. В 9-м цветочке нужна только одна половинка. Настало время собирать волшебную открытку. Возьмем листок картона, складываем пополам. Линия складки будет ориентиром для размещения каждого цветочка. Первый цветок размещаем так, чтобы линия сгиба прошла по складочке. Нанесем клей на каждый лепесток нашего цветка. Я буду использовать клей ПВА. Достаточно нанести маленькие капельки. Переворачиваю и аккуратно приклеиваю к картону. Проверьте, чтобы открытка хорошо закрывалась. Возьму второй цветок. Чтобы его приклеить, клей буду наносить через один лепесток. Сюда, сюда, сюда и сюда. Наношу по капельке клея, этого вполне достаточно. Приклеиваю, совмещаю линию сгиба. Следующий третий цветок снова накладываем посерединке, но клей будем наносить на другие лепестки по капельке. Вот здесь, здесь, здесь и здесь. Так мы приклеим все остальные цветки, чередуя места нанесения клея.
Я приклеила 8 целых цветочков и осталось приклеить одну половинку 9 цветка. Наношу клей тонкой полоской на линию сгиба и по капле через один лепесток. Прикладываю, совмещаю половинку цветка, закрываю открытку и немножко подержу, чтобы клей схватился. Открытка высохла, раскрываем и смотрим, что у нас получилось. Чтобы открыточка смотрелась еще интереснее, я ее задекорирую. Буду использовать самоклеящиеся стразы в виде капелек. Посмотрите, какую чудесную открытку можно сделать своими руками.